Всем привет! С вами Неломок, мы играем в игру под названием Man Eater. Это моя акула, познакомьтесь, она у меня уже такая взрослая-превзрослая. Сейчас где тут у меня про нее написано? Эволюция, во! Взрослая особь 12 левела, вот такая вот красавица. Можем даже попытаться что-нибудь модифицировать, усовершенствовать. У меня есть очки новые, зубки себе прокачаю сейчас по максимуму. Ох, пятая ступень, ох, жесть. Так... Тоже и это себя качну. А, нельзя, у меня уже не хватает. Так, ух ты, новое появилось что-то. Эта эволюция позволяет вам дольше выживать и быстрее двигаться на суше. Ух ты. Эволюция переключается новенькая. Я могу ее сюда на орган поставить? О, поставил на орган. Выбрать. Чикс. И могу ее усовершенствовать. У меня хватает очков. Я теперь буду по суше вообще бегать, как человек бегать буду по суше. Так, ну... Тело, хвост, голова у меня пока что закрыты. В будущем будет открываться. Наша карта. Значит, мы в прошлый раз с вами, когда я играл, вот здесь мы где-то остановились. Тут я задание возвращался, выполнял, все поделал. Тут, конечно, много сундуков пропустил, но это не страшно, потому что, в принципе, главное, что я выполнил все задания, и меня теперь вот сюда забросило, в эту вот сапфировая бухта называется локация. Здесь у меня есть три задания. Начнем с ближайшего. Вот, допустим, вот этого. И оно будет, наверное, интересное. Так, плывем. Так, а куда плывем? А плывем вот сюда. На выход. Земноводное прокачал себе навык. Так, а в какую сторону мне плыть? 300, вот туда. Гляньте, как я умею уже, слушайте, переворачиваться, уворачиваться от пуль. Классно, а если в прыжке вообще четко, когда выпрыгиваю? Ух ты, а я это могу забрать? А, нет, не получается прыжок сделать. А как тут допрыгнуть? Наверное, надо какой-то очень хороший разгон набрать. А если вот так? О, нет, не хватает у меня этого прыжка туда. Чтобы у меня еще акула слабенько прыгает. Что за лодка? Моторная лодка. Знак восклицания. Идите сюда, ребята. Надо его разбить, ее, наверное. Так, поворачиваемся. Бам. Я сейчас вас сброшу с лодки. Идите ко мне. Идите ко мне, я сказал. Ай. Ай. Они как-то уворачиваются от меня. Так, тихо-тихо, это мое. Это теперь мой черед хватать вас за рожу. Ох, схватил кого-то. Схватил. Так, уворачиваемся немножко. О, прыгаем. Бум, я сейчас лодку потоплю, походу. Я ее сейчас разобью просто-напросто. Бум. Кто-то схватил, кажется, одного чудика. Опч, сгрыз, так. Лодка уже дымится. Иди сюда. Судно-база была уничтожена. Я сейчас потоплю. Всю ли... Я ее потопил. Так, смотрим наш список заданий. Воу. Ярмарка – основной источник загрязнения, ежедневно пополняющий воды зализа тоннами плюшевых игрушек и оберток от торта муравейник. Так, все 10 человек. Нажимаем букву... Бывало, это когда Кайл еще малой был, водил я его на карнавал. Так он чертова колеса боялся. Но сразу надо было понять, что не выйдет из него охотника на акулу. Тюлень, иди сюда. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Тюлень был, и тюлень не стало. Окунь. Так, карта. Значит, мы плывем вот в эту сторону сейчас. В принципе, было, может, сюда ближе. Ну ладно, тут еще будет у нас еще две цели. Такие необязательные. Нам главное со знаком восклицания задание выполнять. Тогда у нас будут потом другие открываться здания. А с хвоста, если я бахну черепаху. О. Иногда таких животных тоже стоит грызть, потому что они дают мне все очки. А очки мне нужны для моих усовершенствования, моих эволюций. Так, плывем. О, тюленчик. Тюленчик, иди сюда. Иди к Неломопу в пасть. Вот так. Меч-рыба. Ух ты. Иди сюда. Ох, плотненькая. Я такую еще не ел, по-моему. Ох, хорошенько ее, а? Так, мне нужно вот здесь, мне нужно 10 человек загрызть. Мы можем теперь дольше на суше передвигаться, больше можем на суше плавать. Вот, парк аттракционов. О, а ну-ка. Ага, попробуй тут запрыгни. Тут очень высокий пирс. Да тут даже рыбачит кто-то как-то. Удочки выбрасывает, правильно делайте. Женщина. Вы тут это самое, не буяньте. О, скаута завалил. Еще кого-то схватил. С хвоста, бахни, с хвоста. На! А, я могу волейбол ими играть. С хвоста, бум. Прикол.
Кажется, охотники на акул пришли. Кто из них украл мою автомагнитолу? Охотники на акул уже поиск объявили на меня. Так, надо выпрыгивать на пирс. На пирс не получится. О, нырять! О, уворачивайся! Ох! Барракуда, барракуда, барракуда. Охотник на акул! Их тут трое. Опасно, опасно. Может, мне не стоит с ними связываться? Лучше людей пожру. И убегу от них. Так, еще двоих. Женщину эту чернокожую. Его мужика толстого. О, у него больше мяса. Так. Водил я его на карнавал. Вон чертова колеса боялся. Все, уходим. Сразу надо было понять, что не выйдет из него охотника на акул. Так, Эл, куда дальше двигаемся? Так, что тут у нас? Яркие рыбы-пугай выглядят забавно. А, рыбы-попугай выглядят забавно и безобидно, но способны нанести немалый вред коралловым рифам. Убить 10 рыб-попугаев. Так. Изобилие рыб-попугаев в Сапфировой бухте помогает акуле-молоту поддерживать здоровье и красоту. Помню, на ту сторону двигаться. 900 метров! Лучше поверху плыть, но там просто охотники. Поиск, вон, сейчас меня засекут снова. Надо под водой, наверное, плыть аккуратней. Поглубже пока что. Сейчас они от меня отстанут наверняка. Или... А, они меня заметили! Ладно, я поглубже. Ой, он не пушками своими прицеливается у меня. Я глубоко. Глубоко. Королевская скумбрия. Это я, пожалуй, съем. Пошли вон, не трожьте меня. О, поиск уменьшается. Я под водой, я надеюсь. Так, все, они, кажется, начинают избиваться с меня. По-моему, они угомонились. Ой-ой-ой, уничтожить цель, как молотом на наковальне. Кого там надо было уничтожить? Катер? Не. Я хочу главное задание выполнить вначале. Главное, потом второстепенное, если у меня будет время. Так, вот это мне нравится. Похоже, Порт Кловис забыл о неприятностях с акулой. На время. Дом большой мамочки. Съесть 10 человек. Ой, ё-моё. Это здесь? На яхте нужно согрызть людей? Не, я плыву на главное задание. Мне нравится, когда акула плывет вот так сверху, и она плывет, и у нее только один этот вот ее верхний плавник виден. Это же как устрашающе. Плывешь такой себе. Окунь, так. Окунь, 160 метров. О, это мои рыбы, эти клоуны. Рыбы-клоуны. Иди сюда, попугаи. Тут что-то рычит. Ой, акула-молот за мной идет. Они очень сильные. Мне нужны акулы-попугайчики только. Я с акулой-молота связываться не желаю. Она, походу, желает со мной связываться. Она приближается ко мне все ближе и ближе. Ну, иди сюда. С хвоста ей по башне. Акула-молот. Ах ты ж, зараза. Какая хорошая большая акула-молот. Ну, как тебе моя пасть? С хвоста не хочешь получить? Ой, она мне с хвоста дала. А теперь моя очередь. Где ты? Куда ты делась? Иди сюда. На тебе оглушение. На тебе еще оглушение. Иди сюда. Все. Акула-молот была и сплыла. С подводной лодки, как говорится. Только кровяга с нее осталась. Так, где мои клоуны? Мяско доедим. Где мои рыбы-клоуны? А, вернее, рыбы-попугаи. Че их клоунами называют? Сам без понятия. Честно вам скажу. Так, их пропустил рыбки. Так, они это вообще какие-то слабые рыбки, я вам так по секрету. Рыба-попугай. Я всего лишь 3 штучки съел. Иди сюда. Так, иди сюда. Но они очень быстрые. Они очень... Тюлень. Сожрем тюлень? Ой, я его за хвост схватил. Оп. Ё-моё, как же я его грызу. Слушай. Так, оп. Так, королевская... А где еще клоуны? Я всех рыб-попугаев перегрыз в этой области. Подождите-ка. О, рыб, иди сюда. Окунь. Королевская скумбрия. Где мои рыбки? Мне еще 4 штуки нужно найти. Окунь. Так, ну вот тут есть вроде бы. Ну далековато. Иди сюда. Поймал, раз. Акула-молот. Я уже одну акулу-молот завалил, но сейчас снова драться мне не хочется с нею. Если не будешь на меня нападать, я тебя тоже не буду трогать. Но я тебе сейчас... Ой, кажется, она меня заметила. Но это же ей... Ей невыгодно со мной сражаться. Я же сейчас и наваляю опять. Так, тюлень. Еще одну мне надо рыбку эту вот. Еще одну мне рыбку надо. Окунь. Куда попрятались все? А, вот они. Ой, сзади меня бахнули. Акула-молот. Они тут, по-моему, новые появляются постоянно. О, уровень 13. Помогает акуле-молоту
поддерживать здоровье и красоту. Выполнил. Ловушка для попугая, выполнено задание. Так, а что там дальше по заданиям? У нас появилось что-то новенькое. Зажигай. Так, подождите-ка, я же это выполнил. Рыб-попугаев 10. Подождите-ка, карта. Вот я здесь нахожусь. Вот у меня тут надо попугая уничтожить. А здесь тоже нужно попугаев. Рыб-попугаев и есть рыб-попугаев. Надо... Мы сегодня что, объявляем охоту на рыб-попугаев, что ли? Ну, давайте, тут у меня есть шейков. Тут есть у меня задание на людей. Хотелось бы, наверное, основные задания выполнять. Ну, вот какое-то по дороге есть интересное. На драку. Задание на драку по дороге. Давайте задание на драку выполним. А кого-то надо было побить так. Вот где-то здесь кого-то. Тебя, что ли? Кто там на меня агрится? Ты, что ли? Ты, что ли? Нет? А как? Подождите, давайте почитаем. Ты не понял. Марлин уничтожить цель. Захватит зрелище морской пищевой цепочки в действии наблюдения за акулой, полностью уничтожая Марлина. Марлин? Ты, что ли? Ух ты, ё-моё! Ничего себе, как он меня проткнул. Иди сюда, Марлин. Где ты там? Это ты на меня агришься? Теперь я тебя схватил. Как ты меня схватил, так и теперь я тебя. Он или не он? Не знаю. Тот ли Марлин? Не... О, вот этот надо. Вот этот цель написан. Иди сюда. Иди сюда. Тебя нужно было мне прикончить. Иди сюда. Так, грызу, грызу, грызу. Оп, оп, оп. С хвоста на тебе. Где ты там? Иди сюда. На тебе. С хвоста. Иди сюда еще, с хвоста получишь у меня. Сейчас. На тебе. А, не попал. Не попал, не попал. Мой косяк. Где там? Вот она, вот она, вот она. На тебе, с хвоста. Все, мяско только осталось. Ням-ням-ням-ням-ням. Взрослый. Так, все, теперь ладно, бежим теперь вот сюда, наверное. В эту точку, тут задание потом сюда захватим. Так, плывем поверху, наверное. 800 метров, немало. Тюлень, ты что тут плаваешь? Зря тут плаваешь. Не нужно тебе тут плавать. Так, надо наружу уже прыгнуть. О, и как же мы тут с вами быстренько туда плывем. О, это я тут достану, да, туда, этой штукенции. А, я уже пропытал. О, как-то допрыгнул. Лодка с... Там... Испугались, да, правильно. Убить 10 рыб, попугаю. Как он так выпрыгивает в двойной прыжок? А, нажимает несколько раз пробел, он еще двойной прыжок делает, акула. О, парит в воздухе, типа. А можно держать надо? Дельфинчик. Не, держать ничего не происходит. Надо два раза... Могу еще два раза прыжок делать. Раз, два. Два раза. А что за столбики такие интересные тут? А если я сделаю раз, раз, два и переворотик еще в воздухе? О! Цирковые представления для вас исполняю. О, там сундук был внизу. Заберу. Сундучок. Опа, что-то открыл. Акулу быка нельзя назвать гурманом. Она ест практически все подряд. Акула-бык. Так, значит, вот здесь нам нужно выполнять снова такие задания. Ой, тут снова эти молоты. Они не, мне не, я их не люблю, с ними долго возиться. Они не очень сильные, но возиться с ними приличное время нужно. Так, рыба-попугай, раз. Рыба-попугай, два. Ой, ты нашел тут еще один сундук, смотри-ка. Сейчас еще один сундук вскрою. Так, сапфировый там что-то. Акулы могут позволить себе неправильное питание. Неправильное питание. Я полно получил бонусов. Полно получил очков. О, конь. Попугайчик, иди сюда. Иди сюда. О, там то опять-таки молот плавает. Иди сюда. Так. Я тут натыкаюсь постоянно на ваших этих акул-молотов. И тут они как будто бы охранники местные, слушайте. Рыба-попугай. 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 Так, сколько я их уже загрыз? 5? Ой, вон там еще один молот плавает. Иди сюда. Так, вот тут еще попугайчик один. Давай, 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 давай. Кусяй, кусь, кусяй, кусяй. Делай кусь-кусь. Рыба-молот что-то тут выдумает. 7 штук завалил попугаев. Рыба-молот. А что они друг дружку не валят, а? Родные типа, да? Близкие родственники. Все дела, своих не бьем. Так, рыба-попугай. 8. Не попал. 9. Ну, сверху плавает он парочка еще. Десяточка. Выполнил. Тут-ту-ру-ту-ту-ту. Можно Марлина такого схлопать. Так, Эл,
Пляжная республика. Так, отслеживать. Карту посмотрим, куда мы плывем. Вот в эту сторону по дороге есть еще уничтожить цель. Охоту за сокровищами лучше рассматривать как хобби. Так, ну давайте сначала эту выполним, ладно. Охоту на сокровища. Что там за сокровища, не знаю. Сейчас изучим. 400 метров. Так, слева задание. Съесть людей. Пока что это я игнорирую. Я выполняю основные задачи. А мы, может, поверху быстрее будем продвигаться? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп. А, ночь наступила. Тут еще и время суток меняется. Тут все очень-очень-при-очень продумано в этой игре. Так, 200 метров. Это надо оплыть. Я так понимаю. Или перепрыгнуть. Человек будет там. Бум-бум. Ты что тут тусуешься? Зря тут под пирсом булькаешься. И ты тут зря булькаешься. Так, охотник. Это вам не нужно завалить? А, ну да, это цель наша. Иди сюда. А, не получилось. Назад. Еще раз. Не выходит. Еще раз. О, получилось. Я его загрыз. А, там еще охотники есть? Ах, вы ж гадские охотники. Это что такое плавает здоровенное подо мной? Касатка! Касатка! Черт, касатки! 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 Касатки, убегаем! Убегаем, касатки! Касатки напали на меня! Оп, поворотик. Меня касатки подбили и завалили! Офигеть, здоровенные! Возрождение, конечно, возрождение. Впервые вижу таких здоровенных рыб. Касатки на меня напали. Алло, гараж, как их побеждать? Я сейчас в своем логове, наверное, появлюсь. Это жесть. Фух. Ну я сейчас, по идее, должен, да, в своем логове. Может, какие-то модификации хватит у меня. Мне бы какие-то, как-то бы зубы прокачать, наверное, надо бы. Достаток, подаренный мировым капитализмом. Так, эволюция. Покупать пепельницы, погрей булочки в. Это максимальная прокачанная уже. Это челюсть, ступень, биоэлектрические зубы. Костяные зубы. Это что-то костяные плавники. А может, нам стоит качнуть еще вот эту вещь? Можно усовершенствование сделать. Чтобы у меня было все костяное. И урон, когда уменьшение урона. Сет у меня уже будет двойной. Двойной сет плюс уменьшение урона. Уже типа будет поинтереснее немножко. Ну не знаю, ребята. Мне только что дали по рогам. Эти вот касатки. Так, карта. Вот наша карта. Тут у нас цель с этими охотниками. Я попробую сначала на эту миссию пойти. Но можно по дороге попробовать сундучок вскрыть. По дороге попробуем вскрыть сундук. Там получим бонусы какие-то. Так, вначале цель моя с сундуком. А может быть, ее нереально там заполучить. Там как-то надо, может быть, хитро двигаться. Как молотом по наковальне. Уничтожить цель. Как молотом по наковальне. Вот это? Рыбу молот уничтожить, но это хорошенько должны подбросить мне это самое опыта. Может, завалим ее? Отвлечемся чуть-чуть. Где она тут? Вот это моя. 18 левел. О, хорошенько. На, хвостом еще попал. На тебе еще хвостом. Промах. Иди сюда. На тебе еще хвостом. Ты че бушуешь, а? Ох, а мне хвостом тоже хорошенько зарядило. Оп. На, хвостом деремся. На. Ой-ой-ой, она плотненькая рыбка, я там так скажу. На. Ну я ее так подгрызаю, в принципе. Нормально так подгрызаю. На. Немножко ее привожу в себя в чувство. Ой, она меня бьет. О, поворотик. Не вижу. Вижу. О, у нее меньше, чем у меня жизни. Воротик. Так, где она? Вижу. О! Как меня зарядило. Кто кого? Я ее или на меня? Я, конечно же, я. Так, мяско. От нее выпало полно мяса. Грызем. Восполняем хпшку. Фух, такие куски здоровенные не получается сгрызть со старта. Фух, ну это была битва, короче, такая, знаете... Напряженные, потому что я мог проиграть, в принципе. Так, теперь я хотел с сундуком попытаться разобраться. Если там получится там какой-то непонятный парк аттракционов. И непонятно, получится ли нас до этого сундука дотянуться. Где он там вообще?
Вижу, сверху есть человек-рыбалка один. Вижу, есть этот самый жетончик. А где сам... А где... А, все, внизу, кажется, сундук. Да? Да, вот он, сундук внизу. Все, я его заметил. Вот он, сундучок. Вот он, хороший. Есть. Хорошо. Случайные мутации далеко не случайные. Им требуется огромное количество мутагенов в качестве катализатора. Случайность и не случайность, еще есть такая фраза. Так, нам по дороге стоило бы что-то перекусить, потому что у меня хп не очень-то и полный. Какой-нибудь человек какой-нибудь съесть, наверное. Либо какую-нибудь королевскую скумбрию. О, уже полегче. И человечка одного. О, все, нормаль. Нормальджан. Так, а что там задание у нас какое было? Что это, собственно, надо нам делать? 10 рыб попугаю. Рыба-попугайчики, да? Тут снова будут сейчас нас... Ну, рыба-попугаю на самом деле... О, тут снова рыба-молот их охраняет, как обычно. Рыба-молот и постоянно рыба-попугаев охраняют. Это уже как традиция. Может быть, я не знаю, может быть, так и в реальной жизни так происходит. Рыба-молот охраняет. Так, грызанул по красоте. Человек, рыба-молот. Друг дружку кусайте, меня не трогайте. Я тут занимаюсь рыбами-попугаев. У меня будет задание на рыб... Ой. Ой, отпусти. У меня будет задание на вас, я к вам прирнусь, не переживайте. Я с вами еще пообщаюсь. Так, уворачиваемся. А что люди тут купаются? С ума сошли? Тут акулы плавают. Какие-то ненормальные люди, честное слово. Чего вы тут купаетесь? Алло. Угомонитесь, идите в другое место, ищите себе, где поплавать. Тут акулы тусуются, и тут люди тут плавают. Но вы нормальные. Чего вы провоцируете диких животных? Ой, слушайте, тут можно, по-моему, его достать. А кто наверх запрыгнуть? Каким образом тут? О, тихо, тихо. Не получается никак у меня. О, а, все, там какой-то есть такой... Есть ступеньки. Сейчас я подышу. Подождите-ка, сейчас попробуем. Подышу, сейчас немножко подышу. Беру скорости. Так, а ну-ка вот так. Ой! Ну я не знаю, как кто наверх запрыгнуть. Как-то пока не получается мне. Ладно, фиг с ним. Поехали еще одного попугая найдем. Где? Акула, черепаха, человек. О, где-то здесь. Черепахи нас пока что не интересуют. Нам нужен попугайчик. Вот он. Пройти Сафировая бухта. Супер хищник Сафировой бухты. Посмотреть карту. Карту супер хищника. Что за... О, молот. Ну, слушайте, тут были касатки еще. С касатками пока что мне не по зубам. Видели, какие они жесткие. Тем более, если две штуки нападают. У нас задание сейчас, короче, молот. Да не молотил, да не вымолотил. Хищная рыба, супер хищник. За широкий обзор и невероятное чувство глубины акула-молот платит тем, что выглядит как нечестивое отродье эволюции. Убить суперхищника. Отследить. Все, отслеживаем. Легенда, буква Н. Нельзя. Я думал, как-то можно именно именно этого животного как-то рассмотреть. Эволюция. Этих я, ребят, еще тоже должен перебить, наверное, всех. Так, карта. Все, плывем. Драться с боссом. А куда? А в ту сторону. Ой, чучу. Пляжная республика. Новое задание. Охота за сокровищами. То, что... Ой, что-то на меня охоту объявили. Мне это не нравится. Я плыву на... выполнять задание с этим, с рыбой-молотом. И я могу R нажать. Ух ты, сканер какой. Какой хороший сканер. Так, моя задача сейчас победить эту рыбу-молот. Она будет, скорее всего, уровня где-то 25-го, наверное. Толстячка одного загрызу. Расправиться. Че, погрызть людей тут 15 человек нужно сгрызть. На пляже. Двоих, троих сгрыз. Я сейчас хочу, хвостом бахнуть. Хвостом хочу. На тебе. Я не успел всех добить. Всех не успел погрызть. 15 человек это очень много. За меня уже охоту объявили. Надо туда валить, походу. О, еще один человек. Ну ты на пляже должен был сидеть лучше. А что тут на бережке ноги мочишь?
Ты что на берегу тут ножки мочишь? Не надо. Не надо там заниматься. Так, а куда мне плыть? Сюда. С молотом сражаться. О, вот она, вот она. Супер хищник, акула, молот. Ух, а где ты? Покажись. Где ты? Это она, что ли, плывет на меня? 21 уровень. На. А! Схватила меня! Сбежать, сбежать. А! С хвоста меня ушатала. Немножко подгрыз ее. Так, надо чем-то подкрепиться. Ай! Тюленчик, иди сюда. Тюленчик. Промах, тюленчик, пожалуйста. Еще тюленчик. Опять меня схватил! Бежать, бежать, бежать. Да что ж такое? Ой, сейчас проиграю, походу. Меня сейчас завалит. Он тюленчика. Да, хочу тюленчика. Оу! Я увернулся. Черепаху, тюленчика, да что-нибудь! О! Ой, опять меня в хвост целует. Оп. По-моему, я его схватил. Нет, это он меня схватил. Я думал, что я его схватил. А-а-а, погибаю. Все, походу я сдох. У меня уже нету хп. У меня нету хп. Один ударчик, и я труп. О, я увернулся. Хорошо, увернулся. О, все, меня потушили. Офигеть. Поработать головой, чтобы победить в этом поединке. Поработать головой? Она нереально жесткая. Она очень сильная. Но и сама... не изумиться этому Вавилону общества потребления. Поработать головой. Нормально вообще? То есть я что, не головой работаю? Но она очень сильная. Интересно, знаете что? Продолжится ли у меня сражение с ней? Или у нее жизнь обратно откатывается? Эволюционная акула. Акула. Ты что такая жесткая, а? Я просто слабо про... Не, у нее заново жизнь. Я вроде как грызу ее пока. Надо ее вот так крусаю вроде как. Ну и как-то она меня сильнее дамажит, чем я ее. Я не получается мне так с нее хорошенько дамажить. Оп. Я не успею даже подкрепиться. Я не успею даже подкрепиться как-то. И меня еще тут другие подкоцывают. А-а-а! Еще какие-то акулы на меня нападают. Вы с ума сошли? За что? Та за шо вы? Та за шо вы со мной так? Так, идем наверх. А-а-а, помогите! Помогите, убивают! А-а-а, что происходит? А, меня в воздухе схватили. Офигеть! Как ее победить? Это анреально. Анреально нереально. Она очень сильная. Что я должен сделать, чтобы победить? Как-то сильно демонстрирует, что бывает, если при коммерческом строительстве принимаются нулевые меры по оценке и контролю рисков. Выбрать другие зубы. Может, они сильнее меня. Я не могу с нею справиться. Она очень жесткая, эта вот фигня. Молот. Рыба-молот. Ты с ума сошла. Попытка номер 3. Так, хп у меня все хорошо. Куда там мне плыть? Ой, ну жесть, почему она такая сильная? Как так? Ну, видимо, я должен какие-то второстепенные задания выполнять, прежде чем с нею связаться опять. Эволюционная аномалия. Акула-молот. Согласен, это реально аномалия. Как с нею сражаться? Но я сейчас поменял себе зубы на другие. Может быть, с ним будет полегче урон наносить. С хвоста имба. Тихо-тихо, нельзя к ней спиной поворачиваться. На тебе. О, по-моему, зубами я этими получше ее дамажу. По-моему, эти зубы похлеще у меня. Я ее током бью, током. О, пошла жара, пошла. Не вижу, не вижу, вижу. Вижу. Пошли, иди сюда. Половину хп я снес. О, ей уже как-то не так радужно, как было. О, пошла жара. Зубы эти пожестче мои, зубы электрические. Я ее током нормально раздамаживаю. О, смотри, она ничего не может мне сделать. Теперь, когда я ее током... Все, я ее сгрыз. Ха! Конечно, торжествую. Победил. Я взрослая особь 14 левела. Что ты хотел? Так, что там по карте у нас? Задание нас интересует. А у меня задания тут выполнены все.
Тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. И что мне теперь дальше делать тогда? Карта. Так, тут какой-то значок имеется. Куда у нас? Куда? Значок. Королевская скумбрия. Видимо, где-то тут надо, где-то вот здесь его найти. На. Вот он где-то тут. Пойдем посмотрим. Фух, это было, конечно же, жестко. А, под водой. Это здесь значок какой-то надо подобрать внизу, желтый. Где он? А где значок? А, вот он, все, вижу. Иди сюда. Центробежье. Ух ты. Противник жестких правительственных мест. Старое кольцо. Стандартами безопасности своего парка развлечений. Старое колесо. Я... Так, ну что? Знак вопроса. Вот здесь я цель не прошел. Меня не приглашают пока что в другие места. А квесты у меня все пройдены. У меня нету квестов непройденных. Есть только квесты непройденные дополнительные. Все остальные квесты по журналам, по журналу. Вот это вот. Актуальные. Сюжет. Сюжетное задание. Так, получить рейтинг дурной славы 4. Сафировая бухта. Прогресс 50%. Пройти босс 0.1. К большому питу загляните. Так, ну ладно, давайте тогда смотреть, куда мы тут еще можем отправиться. А может, пока что мы остановимся, уже в следующий раз я буду... Сегодня я как бы основные задания все выполнил, а уже в следующем видеоролике я попробую вот эти задания на пляже повыполнять, вот это повыполнять, и, может, все-таки я потом еще здесь сражусь с этими ребятами. И буду надеяться, что мне дадут задание потом на выход на новую локацию. Тут еще вот раз, два, получается, три локации, которых мы не гуляли. Все, ребята, это был Man Eater, а с вами был Ниломоб и вот с такой акулой, которой электрические зубы очень хорошие. Рекомендую, можно ими побеждать. Увидимся в следующем видеоролике, всем пока-пока. А, ссылка в описании на плейлист с предыдущими сериями и спасибо за лайк. Все, теперь точно пока.